Саша, здравствуй. Я Добрый день, Игорь. Не буду долго раскачиваться, поэтому сразу задам вопрос, с которого все началось в этом сезоне для нас. Владимир Чапи Кузьменко. Расскажи, пожалуйста, о том, почему все так произошло в сентябре-октябре 2017 года. То есть Роджера мы пропустим сразу. Ну, там все понятно, мне кажется. Там уже все было 100 раз рассказано. Чапи. История, конечно, весьма любопытная. Мы действительно хотели, чтобы этот игрок раскрылся и играл на высоком уровне, у него все для этого было. Есть некоторые моменты, которые даже по этическим соображениям я не могу рассказать и не буду это рассказывать. Но суть в том, что после ухода Роджера, с которым у Чапи явный был конфликт, это было обоюдно, поэтому когда мы уже точно понимали, что Роджер переходит в Нави, то у нас был, соответственно, вариант продолжить сотрудничество с Чапи, собственно, что мы и рассматривали. Мы хотели ему помочь в кратчайшие сроки решить его, скажем так, психологические проблемы. То есть он сам был абсолютно за это, и тут мы двигались на одной волне, но в какой-то момент произошло некое недопонимание между менеджером и, соответственно, ним. И он сказал, что он отказался от нашей помощи, и перед нами был выбор. Либо мы продолжаем работать с ним так, как мы работали дальше, либо пробуем что-то новое. И так получилось, что в тот момент Silent стал свободным агентом, и мы решили все-таки попробовать сыграть с Айратом. Возвращаясь назад, как ты оценишь вообще Чапи как игрока? По 10-бальной шкале. Как игрока, не как личность, не как человека, как игрока. Вот по 10-бальной шкале в СНГ, потому что некоторые игроки, даже ныне именитые уже, очень высоко оценивают его именно личный скилл. И что таких игроков, в принципе, не так много, и даже на мировой сцене, и по пулу героев, и по прожиманию кнопок. Можно ли было что-то все-таки сделать для того, чтобы сохранить его в команде? Или же это было уже без... Ну, давай ответим с конца. Можно ли что-то было сделать, чтобы сохранить его в команде? Я думаю, что всегда что-то можно было сделать. Вот, думаю, всегда есть какие-то варианты. Наверное, да. А как я оцениваю его как игрока? Ну, допустим, 10-бальная шкала. 10 не даю никому. Ну, потому что это 10. Это 10. Рамзесу, можно сказать, да, 10, когда он выиграет International. Допустим, Рамзес это 9. То есть Чапи, тогда это, ну, я думаю, что это 7 или даже 8, потому что он очень талантливый игрок. Это и пул героев, и его понимание, и его позиционирование в драке. Мы, собственно, с Корбаном на это внимание обратили, когда брали его в команду. В этом плане он полностью оправдал наши ожидания. То есть я думаю, что если он сам захочет... решить свои проблемы. Причем он надо не только захотеть решить проблемы свои, надо еще и что-то для этого сделать, и кому-то довериться. И вот тогда он действительно может быть очень-очень крутым игроком. Так что, ну, так как он был в Империи, все-таки уж мы на него рассчитывали, я поставлю ему 8. Хорошо. Дальше, после ухода Чапи, начались какие-то непонятные, кстати, все ситуации с составами, и Империя пошла по пути возвращения старых бравых парней в лице Ланскоров, Сайлентов, Йоку и так далее. Вот давай поговорим, начнем с Ланскора. Ланскор и Сайлент, но лучше все-таки по отдельности. Вот Ланскор, который сейчас вошел в топ-4 плей-офф квалификаций. Вот как произошло так, что его взяли, он выигрывает турнир, один, ну, помогает выиграть турнир, и его он уходит. Как это получается? Давай сначала расскажем, как его взяли. Нам нужен был саппорт пятой позиции, тогда Мипошка играл на четверке. Мы рассматривали несколько вариантов. Мы рассматривали вариант и с пятеркой, соответственно, Мипошкой, и какой-то четверкой. В тот момент, кстати, мы тестировали Чуваша. Так получалось, что вот Иван Скор и Чуваш, они претендовали на место и в Империи, и в Спартаке, который формировался параллельно. Команде больше понравился Ван Скор. Я, собственно, тоже был больше за Ван Скора. Почему так получилось, что он ушел? Это скорее именно командное решение. Вот
я просто Ваню знаю давно еще с Интернешнала, когда я первый раз поехал. Я помню, как ему было тяжело. И он раскрывался только к концу сезона, именно уже к самому турниру. Ну, скажем так, были некие коммуникационные проблемы у него с отдельными игроками нашей команды. И вот команда решила, что есть игроки, с которыми легче, будет лучше добиться результата. Это первый момент. А второй момент был в том, что Мипошка играл на четверке неубедительно. Если сравнивать игру Мипошки на пятерке и игру Ванскора на пятерке, то Мипошка показывает лучшую игру. Это отмечали все. Поэтому тут получалось, что если мы меняем Ванскора и ставим Мипошку на пятерку, добираем какую-то четверку, то это аналогично должно было принести результат определенный. Скажем так, если бы только не было коммуникационных каких-то проблем, мы просто могли свапнуть роли между Мипошкой и Ванскором, что мы и пытались сделать, дать еще больше времени этому игроку и, собственно, играть дальше. Я лично не сторонник прямо того, что вот берешь и сразу меняешь. Иногда просто создаются такие условия, когда если ты этого не сделаешь, то потом будет еще хуже. Но тут палка на двух концах не всегда получается. Айрат. Айрат — это, скажем так, для меня это вообще самая болезненная тема. Айрат — это один из моих любимых игроков на Dota 2 сцене. Много мы вместе прошли. Я очень был рад его возвращению. Я помню первую игру, официальную игру, когда он сыграл за нас. Я спрашиваю Айрат, ну как? Он говорит, вот просто кайф. Вот просто получаю кайф. Тогда еще, когда он играл в Веги на саппорте, мы с ним понимали, что ну, это точно не его роль, и ставить человека играть на саппорте после 2 лет инактива, хотя он до этого даже не играл на этой роли, но это как минимум было глупо. Поэтому на кэрри, когда он пришел, он сразу играл вообще замечательно, и всей команде это нравилось, мы просто кайфовали от того, что происходит. Потом результаты пошли немножко вниз. Это скорее пошло после буткемпов. Именно когда Айрат приехал на буткемп, возникло ощущение, что дома он играет лучше, чем на буткемпе. Были моменты, когда его в команде... Он не говорил этого, но это было видно, что отдельные, наверное, коммуникационные, опять же, проблемы его напрягают и мешают ему играть так, как он может играть. Мы прекрасно понимали с Димой, я вот еще всегда ему говорил, так я это знаю лучше, что этот игрок может в любой момент, он прямо очень талантливый игрок, он может выстрелить, раскрыться даже после такого длительного инактива. И тот момент, когда стал выбор между тем, с Айратом продолжать работать или не продолжать работать, я даже, по-моему, не мог ему лично сказать об этом, что мы что-то выбираем другое. А тогда мы очень много думали и очень много общались с игроками. Решение вот по Сайленту в основном было командным решением. И как показывает сейчас результаты, я пока не знаю, кто поедет на International. Рискну предположить, что Айрат поедет на International. Вне нашей команды ему стало играть гораздо комфортнее. То есть тут был выбор у нас такой. Либо мы берем Айрата и вокруг него перестраиваем команду, скажем так, расставаясь с некоторыми другими нашими лидерами. Либо мы берем, делаем точечную замену. Почему мы сделали именно так? В тот момент не было кандидатов, чтобы перестроить команду так, и чтобы с Айратом она заиграла. Плюс сам Айрат играл в нашей команде не лучшим образом. Конечно, мы предполагали, почему так это происходило, именно потому что ему что-то мешало. Но достоверно же мы не могли это знать, как он дальше будет развиваться. В любом случае, этому игроку я желаю только удачи. Я всегда с ним был рад работать, и если представится такая возможность, то с удовольствием с ним поработаю снова. Йоку. Касательно Йоку, тут ситуация была попроще. Четверками у нас в СНГ вообще проблема. Проблема действительно большая. Йоку играл в Спартаке, играл на сложной линии. Еще тогда обратили внимание на то, что он вполне может подойти с его навыками даже на четверку. Сам Йоку говорил, что
Сложной линии ему не нравилось. Он там на ней играл, да, но ему не нравилось. Ему больше нравилось перемещение по карте, всякие роуминг, такие герои, которые как раз были в его пуле. Поэтому казалось, что это хороший вариант. Плюс сам Максим, он стал более разговорчивым коммуникационно, но улучшился. Не прямо так сказать, что в разы улучшился, но если сравнивать Йоку 2 года назад и Йоку сейчас, то он стал говорить больше слов в минуту, скажем так. Ну и плюс, конечно, к уровню игры Максима никаких претензий никогда не было, кнопки он жал хорошо. Причина его ухода? Причина его ухода – две проблемы. Все-таки, когда у игрока нет глаза огня, чтобы вот гореть желанием играть, выигрывать, побеждать, это отражается на всей команде, это отражается и на уровне игры других игроков. Это же желание стало причиной того, что у него на четверке недостаточно пул героев. То есть он не хотел тренировать тех героев, которые нам нужны. Ну, вернее, он на них сыграет несколько игр, но все равно это было не то. И несмотря на то, что он улучшился коммуникационно, но он улучшился недостаточно, чтобы в команде быть прямо пятым тиммейтом, возникало ощущение, что это было 4 плюс 1. Вот было такое ощущение. И несмотря на то, что вот именно к уровню игры Максима претензий в принципе не было, но именно развиваться с ним дальше, стать командой и расширить какой-то пул наших стратегий было крайне сложно. Кстати, возвращаясь к Раскайрату, Йоко пришел, когда мы взяли Айрата, и вот этот момент также был связан. То есть с приходом Макса Айрат стал играть похуже. Но с Ванскором ему было приятнее играть, и я знаю, что тогда Сайленд, наверное, больше бы комфортнее было играть с Ванскором, чем с Максимом. Может быть, потому что он уже играл, знал этого игрока, может, по каким-то другим причинам. А разве Йоку с Сайлендом не играли? Они играли Йоку с Сайлендом, даже на Интернешнале, кажется, играли, если не ошибаюсь. Да, они играли на Интернешнале, да, было дело. Ну, там тогда Максим Харду играл, а саппорт у нас, если я правильно помню, Алоха Дэнс и Луис на Флай были. Последний игрок, который был заменен в нашем составе, это был Йоку как раз, правильно? А до него был еще Саша Никс, я совсем про него забыл сказать. Вот Саша Никс, вот с ним-то что? Саша Никс впервые обратил на себя внимание, вот мое, в частности, на квалификациях к International в прошлом году. Он тогда играл мид, и мне очень понравилось, как он играл мид. Когда мы искали кэрри, мы общались с игроками, и вот Саша говорит, что вот я как раз играю кэрри, я сейчас хочу играть на кэрри, это мне нравится. Я пообщался с этим игроком, я примерно сразу понял, какие могут быть проблемы у нас в команде в этом возникнуть. Но мы тестили много различных кэрри. Очень важно все-таки, чтобы была синергия между корами. Собственно, когда не было синергии между корами, поэтому нам и с Айратом сейчас пришлось Извините, я перебью. Ходит такая мысль, что Саша Никс появился в команде во многом благодаря ФНу, поскольку они очень хорошо общаются. Вот как раз-таки ты говоришь, что вот синергия... Вот я это и хотел сказать, что нужна синергия. И нельзя сказать, вот как в комьюнити говорят, что там Никс – это прямо друг Ростика. Нет, конечно. Но они знакомы, они играли вместе, и им играть вместе комфортно. Когда мы играли тестовые игры в составе уже с Никсом, было заметно, что FN играет по-другому, он играет лучше, прямо так. Но я сразу предупреждал и менеджера о том, какие могут возникнуть сложности именно в коммуникации между остальными членами команды и Сашей. Потому что Саша, он активный. Он брал на себя роль лидера в плане драфтов. Причем в какой-то момент он эту роль драфта у Мипошки забрал самостоятельно. Говорит, я буду все драфтить. Ну, а так как Ярослав не горел желанием драфтить, он говорит, ну хорошо, драфти. И вот тут мы поплыли, честно говоря. В какой-то момент все было очень хорошо. Прямо вот план сработал четко, стал играть FN лучше и переначали по драфтам. Но после определенного момента вот эта вот дружественность, или как друзьяшки в комьюнити называют, она дала свои плоды. И, скажем так, в команде
начались проблемы с дисциплиной не в том плане, что там ребята на буткемпах прямо там курили, пили, а именно с игровой дисциплиной в плане серьезности на тренировках, серьезности каких-то колов в игре. И получилось, что в команде несколько человек с диаметрально разными мнениями. Вот, много мнений, и принять, условно говоря, драку в условиях, когда каждый видит ее по-своему, ничего не получалось, что, собственно, наша игра и отражала. Это было не очень. В определенный момент, когда мы еще Никса сразу взяли, мы предлагали Эфену стать кэрри, а Саше стать мид. Как мне кажется, это бы принесло результат. Ну, по крайней мере, Саша бы играл точно лучше, и все-таки же драфт надо было с него снимать. Надо было, чтобы Ярослав драфтил. Я думаю, что это бы не принесло, наверное, какие-то кардинальные результаты, но это было бы явно лучше. С этим можно было работать и посмотреть, как там дальше ситуация развивалась и какие-то действия предпринимать. Вот все вышеперечисленные игроки, которых я назвал, и один игрок, который уже давно покинул нашу команду, но это одна из самых незабываемых замен в новой истории империи, скажем так, Ренат. Все эти игроки нас обошли. Это популярное мнение, оно такое расхожее очень. Это правдивое мнение. Я этот вопрос задавал Андрею буквально несколько дней назад, он там дал свое мнение. Но вот если сейчас посмотреть, вот буквально несколько минут назад Саша Никс попал в финал квалификации, где он играет с Айратом, против, вернее, Айрата. При этом, при всем, Ренат был тоже там в одном-двух шагах от этого самого финала. То же самое касается и Иван Скора, соответственно. Ну и Йоку, который не попал, но, по крайней мере, он нас обыграл. Он очень хотел, возможно, но обыграл. И в итоге, еще возвращаясь на эпицентр, где Flight to Moon с тем же Сайлентом нас тоже не заметили, скажем так. Все-таки, смотря на все это вот со стороны, какую оценку ты дашь действиям команды за год в целом? Вот смотря вот на то, как все игроки, которые к нам приходили и уходя, нас обыгрывают, вот какую ты дашь оценку такому, такому явлению, наверное, связанному с нами? Оценку двумя словами я дать не могу. Я могу сказать в целом, что тот финал, который есть на текущих региональных квалификациях, он еще раз подтверждает мнение, что уровень сейчас наших команд, кроме Virtus.pro, очень слаб. Ну, просто очень. Говорят там, кстати, гамбитов, мы их обыграли на открытых квалификациях. Тоже был важный матч. То есть Best of 1, если бы это был матч Best of 3, я уверен, что гамбитов мы бы обыграли. Но вообще на данных квалификациях, после того, если так вот грубо брать по уровню игры, то похоже, мы на своем месте. Хотя подготовка у нас была действительно хорошая. Ну, вот действительно, мы все сделали очень хорошо. Но я думаю, мы к причинам еще попозже вернемся нашей игры. Почему так происходит, что игроки, которые уходят, обыгрывают нас? Я бы сказал, давление. В команде Flight to Moon, вообще для меня это команда феномен. То есть они играют, играют здорово, но я, честно говоря, не ожидал. Вот не ожидал, что они дойдут до финала. Я знал, что они будут не фавориты, но что дойдут до финала, не ожидал. Эспада — это вообще удивительный момент. То есть они обыграли Team Spirit, тоже вышли в плей-офф. И Саша там играет как раз-то мид-позицию. Вот, и он играет вот, прямо как год назад, даже еще лучше. Вот он играет, как должен был играть, собственно, у нас в Империи, если бы он послушал менеджмент и все. Опять же, это все на синергии можно вытащить очень многое. В текущих условиях СНГ квалификации, в принципе, на одной синергии можно пройти. Ну, есть небольшой долей везения, да. Но на одной синергии ты не можешь стать лучшей командой в мире. Нужен еще все-таки ж личный уровень игры. Вот если есть синергия и личный уровень игры у пятерых игроков, то может, я чемпионом International. Ну, или как минимум... Ты упомянул, когда рассказывал об этих всех игроках, которые уходили, одна из причин, которая объединяет этих всех игроков, это коммуникация. Да. Они уходят, вернее, уходит один, приходит другой, и проблема остается.
Я понимаю, к чему ты ведешь. И нет, я просто, я исходя из твоих слов, то есть вот у Йоку коммуникация проблемы, у Сайлента была коммуникация, у Ванскора была коммуникация. Нет, у Йоку была коммуникация личная, то есть это вот его личная проблема. Mm-hmm. И на это вот, вот на Йоку реально повлиять, чтобы он больше разговаривал, mm-hmm. может только одним способом, это вот сразу говорю всем тем, кто хочет взять его в команду в будущем, он должен играть в команде со своими друзьями. Ну вот он, дальше ему ты говоришь, будет. Что Саша Никс, там тоже пошла проблема с коммуникацией, ну, Саша игровой. Никс, там были разные мнения просто вот кардинально. Он человек сам по себе, лидер, он, ну там, там никак. Вот с Айратом я тут скажу, что тут, конечно, да, тут не надо было так делать, надо было все-таки ж попробовать продавить мнение игроков и исправить эту ситуацию, дать еще больше времени этому, этой команде. Потому что я вот всегда верил в Айрата, но повелся здесь, наверное, скажем так, на мнение большинства, и некоторое мнение даже довольно было аргументировано. Но даже некоторые игроки наши сейчас, они понимают, что из кэри, которых у нас был, Айрат был, вот в этом сезоне, имеется в виду, Айрат был одним из самых лучших, и мы могли добиться успеха. Я ничуть не умоляю достоинства других кэри, которые даже вот и наших новых игроков, как Нейва. Но именно учитывая опыт Айрата, учитывая то, какой он приятный тиммейт, то с ним можно было это сделать. Но, как говорится, прошлое не вернуть, поэтому что-то тоже... Еще один из популярнейших комментариев относительно нашей команды, учитывая наши результаты за год. Святая Троица. Их прозвали. Это Андрей, Ярик и Ростислав. Эти три игрока уже у нас находятся больше полутора лет, если я не правильно помню. Кто-то даже больше. Ну, Ярослав два года находится, да, Андрей где-то уже тоже скоро два года будет, и Ростик там где-то полтора года. На чем базируется, на чем основана такая вот сильная вера в эту троицу, поскольку они так долго у нас находятся и не решафлятся, и играют, и вот являются костяком нашего состава? Давай отвечу на другой вопрос. Почему-то в комьюнити все говорят, что вот Мипошка прямо очень плохо играет. Да, это был один из вопросов. Я, честно говоря, даже не знаю, почему так считают. Я тоже не могу понять. Мипошка, ну, может быть, оценивают, потому что он много умирает. Он же такой жертвенник. Я говорил, я говорю, ты, конечно, пятерка, да, но это не значит, что ты должен постоянно умирать там и жертвовать себя. Все-таки цена должна быть какая-то. Мы ориентируемся на мнение профессиональных игроков в первую очередь. И вот я не слышал негативных отзывов о игре Мипошки. Можно Ярославу в упрек можно поставить только одно, то, что он, занимая позицию, пятую позицию саппорта, он при этом не является координатором и капитаном. Вот это можно ему поставить, условно говоря, в упрек. Но за те годы, когда Мипошка пришел в Империю, он стал саппортом, это была новая роль, он стал очень опытным саппортом. Он хорошо вардит, он хорошо девардит, он уже дает достаточно много нужной и полезной информации. И в некоторых играх он просто очень круто играет. А вот говоря о Мипошке, когда я пришел в организацию, я помню, он был чистой четверкой. Если я все правильно помню. А Ренат был пятеркой. Да. И я что-то помню таких героев у него, как Энигма, Энчантрес, Эрфспирит, которым он там с Джерексом мерился в Маниле, тоже из них самый лучший в мире Эрфспирит. И он же хорошо играл на четверке. Угу. И там он делал мувы на хайлайты. Там. Да. Что же случилось? Почему он перестал так, как модно говорить, ладно, не буду это слово говорить, ну, бахать. Да. Очень круто играть. Как это так получилось? Ну, во-первых, на четверке, во-первых, меняется мета, какие-то метовые герои. На Эрфспирит он и сейчас посоревнуется с кем угодно. А некоторые герои из меты выходят, Энигму сейчас на четверку не берут, Энигма это тройка. Про Enchantress я некомпетентен говорить, почему именно так. Ну, на данный момент вопросы к Enchantress это к тренерскому штабу, ну и к игрокам, да. Я тут не могу... Нет, сказать. Я не про героев говорю. Но я в целом по четверку, потому что изменилась мета. Изменилась мета. В какой-то момент, вот когда Мипошка пришел в Империю, он пришел из ниоткуда. Мы в него просто поверили, и я помню, как он просто горел. В какой-то момент он остановился в своем развитии. И вот это была такая ровная линия, он не развивался, мы в него верили. Но, скажем так, игрок растет как игрок в тот же момент, когда он развивается как и личность. Когда в жизни происходят некоторые события, которые помогают игроку развиваться как личность, он начинает расти как игрок. Собственно,
на этих квалификациях, если кто-то будет говорить, что Мипошка плохо играл, ну, я не могу это понять, потому что Мипошка на этих квалификациях в некоторых играх сыграл очень хорошо, а в некоторых хорошо. И вот в настоящий момент Ярослав развивается очень разносторонне. Я думаю, что потенциал его еще далеко не раскрыт, и самые еще интересные игры и важные победы впереди. Просто что игровая роль, вот этот игрок, который может играть на разных ролях, и на четверке, и на пятерке. Мне вот просто кажется, лично мое мнение, что на пятерке ему подходит по его менталитету, по всему, если он еще там будет больше координировать. Но это касательно Мипошки. Теперь касательно этой троицы. Почему так получилось, что мы меняли четверку, меняли кэрри? Это очень популярное мнение в аудитории, комьюнити. Мы видим изнутри больше, чем видно комьюнити. И со стороны, конечно, это может казаться странновато. И когда комьюнити говорит, вот замените Фэна, возьмите капитана, просто они не говорят, где это сделать, на кого заменить. Есть игроки, которые, в принципе, ну, что называется, на жаргонном слове, не стакаются, не могут играть вместе. Условно говоря, чтобы заменить, например, каких-то игроков, то надо менять потом пол команды, пересобирать все это. Ростислав очень сильный игрок. Он игрок, который может играть и мид, может играть кэрри, очень широкий пул героев и уже с опытом игрока, который был в интернешнале. Андрей, гостик, лидер нашей команды по коллингу, по всему моменту. Нельзя сказать, что прямо есть какие-то претензии к его игре. Там бывают какие-то, может быть, неправильные колы, ошибки, но у кого они не бывают. Почему? Чтобы каких-то оснований, чтобы вот заменить прямо этих людей, вот не было. И если ты меняешь одного человека на другого, ты должен быть уверен, что тот, которого ты возьмешь, он должен быть лучше. Это раз. И то, что этот игрок будет синергировать с другими игроками, это два. Вот эти факторы. Но, скажем так, я уже сейчас, я не буду говорить точно, потому что я никогда не люблю говорить все на 100%. Ну, есть всегда вероятность, что что-то может быть не так. Но там крайне высокая вероятность, что в следующем сезоне тройку Мипошка, Гостик и Фэн в Империи мы уже не увидим. Я имею в виду, мы не увидим вместе. После поражения на квалификациях, как говорится, многое становится явным. Есть вещи, которые, если бы игроки говорили менеджменту, вот просто говорили в течение сезона, возможно, результат был бы другой. Но вот эти дни, что мы проводим здесь на буткемпе, здесь на самом деле, да, мы отдыхаем, вроде все делают вид, что все хорошо, но все понимают, что все нехорошо и что будет дальше не совсем понятно. И в личных разговорах с игроками они уже делятся с тобой тем, чем они не хотели, наверное, другого объяснения не могу, и думали, что все наладится, что все пройдет. Они делятся информацией, очень важной для менеджмента. Мы постоянно с ними общаемся, спрашиваем их об этом в течение сезона. Но вот не всегда получается так. На данный момент уже очевидно, что вот эта тройка вместе на данный момент, вот в начале сезона, играть не будет ни в одной команде. Так что официально у нас будет решафл. Да. Угу. И ты пока, конечно, не знаешь... Кто из этого треугольника, какой уголок исчезнет? Пока уголок, два уголка или, может быть, три уголка. Ясно. Я скажу так, что вот я себе дал обещание не делать никаких поспешных выводов. Вот сейчас закончится буткемп, мы разъедемся по домам, я буквально два дня даже вот не буду думать об этом, чтобы это все улеглось на подсознательном уровне. Все тезисы я себе уже записал по каждому игроку, по каждому разговору. И я скажу так, что сколько людей, столько и мнений. Просто путей развития дальнейших их очень много. И мне надо будет выбрать или сформировать какой-то правильный путь. А верен ли такой слух, что Империя вела переговоры с Резолюшеном? Да. Перед, если я не ошибаюсь, после Dream League, Я думаю, тут нечего скрывать. Да, конечно, мы разговаривали с Резолюшеном. Рома – игрок, который нам нужен не только в плане скилла, а именно в плане его лидерства. Этот игрок, который становится лидером, и вокруг него уже сплачиваются все остальные.
Рома не будет унывать, Рома дает команде мотивацию, как это было на интернешнале в нужный момент, и ребята пошли за ним. Ну, как ты понимаешь, закончились переговоры тем, что он сказал, что я хочу играть все-таки в Америке. Тут не в том дело, что он не хотел играть в Империи. Там, да? Конечно, да, Resolution не горит желанием играть в СНГ. У него там на это еще свое мнение, а, как правило, оно имеет место быть. Но вот он хотел играть в Америке, у него была такая цель, и плюс там появилась команда, возможность, достаточно сильная команда, в которую он мог попасть. Поэтому выбор был очевиден. То есть ни одной организации СНГ не было шансов его взять. И не факт, что они будут. Что нужно сделать организации, чтобы создать команду мечты уровня Virtus.pro? В СНГ. Ну, во-первых, тут надо, чтобы так сложились обстоятельства. То есть вот сейчас, условно говоря, предположим, что если бы я мог взять любого игрока, какого захотел, но не считая игроков Virtus.pro, вот не факт, что собралась бы такая прямо пятерка, которая могла быть конкурентом Virtus.pro прямо сразу. Надо, чтобы они собрать таких игроков, надо, чтобы они поверили друг другу на определенном периоде. И вот тогда это как кома, но вот по накатной пойдет. В начале сезона мы играли не так плохо, когда взяли Ванскора. У нас было очень много вторых мест. И вот когда мы выигрывали Na'Vi, потом упали там сервера, и мы переигрывали и проиграли, соответственно, серию и не попали. Это было очень важной точкой. Если выиграем мы тогда это все, и это вот эффект позитива, он бы пошел, и результаты могли быть другие. То есть это все настолько вот тонкая грань, что где-то ты выиграл, где-то проиграл, и это потом сказывается на всем дальнейшем. Ну и, конечно, ресурсы нужны, да, то есть там за $500 не соберешь тех игроков, которых хочешь. Ресурсы... Уж нас так прям прибедним. Ну я не про нас говорю, я говорю в целом, вот если брать. У меня, кстати, бывают вопросы, как создать киберспортивную команду. Вот если я буду платить игрокам по $500, я могу быть конкурентом способным? Я даже не знаю, что на это отвечать. Я просто говорю, что обозначу бюджеты, я говорю, и вот это ближайшее вот сразу не окупится, а может не окупится и никогда, если неправильные шаги делать. Тут надо все очень четко просчитывать. Естественно, зарплаты у многих организаций сейчас примерно одинаковые. То есть у кого-то там чуть больше, у кого-то чуть меньше, у кого-то даже есть там разные зарплаты, градация зарплат. То есть финансы, как правило, для игроков сейчас не самое главное. Для них самое главное – это команда, с которой они могут побеждать. Потому что деньги они могут заработать везде. А вот победить, то есть даже не только призовых International манит. Он, конечно, манит, но сам факт титула какого-то крупных турниров, он очень притягательный для игроков. Год назад огромный вклад, как я, например, считаю, я находился рядом и видел, огромный вклад в наш успех, его можно таким назвать, это один из лучших результатов в истории организации, внес Жотом, как тренер, которого мы взяли после ДАКа сразу же, и он у нас там вплоть до конца интернешнала прям вот... Прям вот как раз-таки вот эта самая синергия, прям мы были очень сильные, очень-очень сильные. И в этом году у нас был тренер Арзик, и мы не прошли на интернешнл. Ни в коем случае не просто отталкиваясь от результата. Можешь ли ты на нашей сцене СНГ, поскольку ты сказал, что зарубежный тренер с командой из русскоязычного, русскоязычным составом не может синергировать, на нашей сцене можешь ли ты назвать хотя бы 5 тренеров, на которых можно обратить внимание с вот организации и пытаться работать? 5? Нет, я не могу таких назвать тренеров. Ну, во-первых, надо понять, что каждой организации нужен свой тренер. То есть, условно говоря, вот Na'Vi, хвост, он тренер-мотиватор, да, он работает с Crystallize, он отвечает за какие-то вопросы. Больше именно, я думаю, мотивационные такие. Вот нам такой не нужен человек, нам нужен именно тренер-тактик, тренер-стратег. Вот таких мы искали. Тренеров-тактиков, тренеров-стратегов только 2. Это Жот и Марзик. Потому что они... Шадовех? Получается, что так, если они в финале. Я просто не знаю этого игрока. И, сложно сказать просто, кто там выносит импакт. Вот Саша Нуфир, который
но он явно улучшил свою игру, свое понимание и себя он улучшил. Либо Шейдовых. Я просто не могу сказать. Он молодой игрок, насколько я знаю, и без опыта. Я не верю в то, что игроки, которые нигде не выступали, которые там прямо таки молодые, они становятся тренерами и прямо вот все-все-все делают для команды. Просто Арзик, он играл сам, да, он и был капитаном. Подожди, Шедоверх точно играл? Но он играл, где он играл? На каких где, на каких турнирах он играл? С какими топными игроками он играл? Я просто точно помню, когда в эпоху Рамзеса в Империи, Рамзес очень много с ним общался. И когда играл, и даже когда он был в Маниле, он постоянно общался с Шедовехом, и потом меня стал называть Джека Шедоу, Шедовех, Шедовех. Я очень хорошо помню Шедовех, Шедовех, Шедовех. Да. Он был уже известен, если душу Рамзес. Ну, Рамзес ним... сколько тогда лет было? 17 лет. Ну, тогда и он примерно был... Шедовеху столько же лет примерно. Mm-hmm. Он был известен в соответствующих кругах, скажем так. В кругах там Т2, Т3 команд, которые вот ребята играли со времен Сикапа, я так полагаю, там все друг друга перемешивались, миксы там, в общем, в таких кругах он и был. А, еще забыл самого главного тренера сейчас, Артстайл. Артстайл, ну Артстайл, что забывать Артстайл? Когда в команде у тебя есть Рамзес, то, в принципе, Артстайл, я не знаю, какую он функцию выполняет, то тоже предполагаю, что не прямо таки тактическую. Артстайл, как человек, который, скажем так, выиграл крупные турниры, да, он... опять же, выполняет мотивационную функцию, какую-то функцию на опыте, оценку со стороны, но профессиональную оценку со стороны, естественно. Но в команде есть и Соло, и Рамзес, поэтому им тренер, тактик не нужен. Как думаешь, по какой причине, возвращаясь, например, к... ты вот первое, как ты ответил, первые твои слова на вопрос были Жотом и Арзик. Да, Жотом и Арзик. Как думаешь, что мешает, что помешало нам Империи весь год работать с Жотмом так, как он работал в предентовый период? Вот именно он сам помешал, его отношение помешало, или все-таки как-то что-то, вот опять же, не сошлись характерами на весь год, или как? Нет, с характерами все нормально, то есть никаких проблем в этом плане не было. Но Егор сам, он в интервью своем четко все описал, что у него в какой-то момент пропала мотивация, то не чувствуешь радости от победы к одной квалификации, надо уже играть другую квалификацию. У него просто закончилась мотивация, закончилась энергия. И он уже работал, ну, так, скажем так, как консультант, а не прямо как тренер. То есть я бы с ним и дальше работал, если бы он мотивацию свою нашел и работал так, как он работал в период квалификации интернешнл. Потому что вот он сделал действительно огромный вклад то, что мы прошли на интернешнл. Ну и на самом интернешнл он тоже, конечно, помогал, но на квалификациях он прямо-таки вообще отвечал за все это дело. С какими мыслями ты смотришь в будущее? Я когда проиграли, написал вот в своем паблике комментарий, и согласен с ним на все 100%, несмотря даже на все разговоры, на всю новую информацию, которая появляется. То, что было, то уже не изменить. Для меня это не первое поражение и не самое обидное поражение. Были поражения гораздо более обидные, там, как на самих интернешнлах. Я допускал, что в принципе такое может быть, что мы можем не выйти на интернешнл. Конечно, это мысли отгонял, но всякое может быть, это все-таки же спорт. Нет времени сейчас унывать, нет времени грустить. Новый сезон через пару месяцев стартует уже, поэтому... Я говорил, я приеду домой буквально 2 дня, постараюсь ни о чем не думать, очищу мысли, и к новому сезону для меня это новая мотивация. Это доказать и себе в первую очередь, что этот сезон был досадной ошибкой. И что самое интересное, у всех здесь такая мотивация, и у Димы Корбана, и у игроков тоже все хотят побеждать, все хотят улучшаться. Поэтому только позитивные мысли. Я думаю, что у нас все будет очень хорошо. Саш, ты не так часто даешь интервью, и это такая большая редкость. Ну, тут я настоял. Вот. Я был не против. У тебя очень мало бывает возможностей по разным причинам пообщаться с аудиторией и сказать ей все, вот как там все происходит. Поэтому накапливается снежный ком в комьюнити, складывается определенное общественное мнение, вот, которое мы порой не парируем, а стоит. И стоит это делать почаще. Вот у тебя сейчас есть шанс сказать аудитории, вот просто вот в свободной форме,
Что ты хочешь ей сказать? Уважаемая аудитория, сейчас лето. Не забудьте отдохнуть этим летом очень хорошо. Следующий сезон будет интересный. И если кому-то кажется, что менеджмент там принимает неверные решения, или кто-то думает, что он вообще лучше знает, как это все делать, я, в принципе, всегда открыт для любых предложений, особенно конструктивных. То есть не то, что вы говорите, вот, надо убрать этого, если надо добавлять потому-то, потому-то, или может делать вот это, вот это. Кто не знает, у меня есть личный паблик, где есть сообщения. Мне все можно написать, я все это почитаю. Пишу я там, к сожалению, не часто, потому что просто так для галочки писать я не люблю, а писать что-то такое конструктивное, информативное не всегда хватает вдохновения. Но, скажем так, ближайшие события, они обяжут там что-то писать. Я прошу прощения у всех, кто болел за Empire, верил в нас, мы вас подвели, это правда. Но не сочтите, что это просто слова. Мы действительно делали все возможное и будем делать все возможное, чтобы вас не расстраивать, и чтобы выигрывать, и чтобы следующий сезон был, ну, если не самым успешным, то не хуже, наверное, прошлого сезона. А я хочу, чтобы он был гораздо лучше. Поэтому не принимай все близко к сердцу. Эмоции улягутся, и новый сезон покажет, кто есть кто. Спасибо, Саш. Спасибо, Игорь. Зови на интервью.